Всем доброго дня! У нас на обзоре обшивка задка на автомобиль Нива 3 двери. Изготовлены они из материала ворс, многослойный. Устанавливаются они штатно. Вот толщина ихняя, то есть тут получается верхний материал идет ворсовая основа и стеклоткань. Достаточно в целом крепкий материал. Комплект это идет обшивки на две стороны. Также обшивки стоек в таком же стиле. Все необходимые метизы и заглушки для установки. Также у нас есть обшивки дверных карт в таком же стиле. В ворсовой основе. Обшивка крышки багажника, поэтому, кому интересно, пишите. Скинем фото, покажем, как это все выглядит.